Приветствую всех на канале, с вами снова Вузи, и мы продолжаем прохождение игры His War of Mine. Так, у нас день 10, 10 ночь, эта ночь прошла спокойно, давайте посмотрим, что я могу сделать. Голоден, устал и печален, иди спать, ты у нас биография Павла. Мы должны каждого из нас обеспечить едой, у нас есть еда, ты не обманывай, пожалуйста, иди. Тоже поспи. Где наш врач? Очень голоден и устал. Давай ты тогда покушаешь. У тебя тоже есть биография. В биографии Бруно. Есть у нас хоть немного еды? Мне нужно поесть. Курить. Поешь пока. У нас даже есть спирт. Итак, апнуть. Апнуть я не могу выйти. Что я могу сделать? Мне надо посмотреть, что я могу скрафтить. Я могу скрафтить. У меня лучше лом. Сделать один лом. Плохо спал. Это его проблема, что он плохо спал. Он голоден. Ну ничего страшного. Сейчас он нам сделает лом. Я с помощью лома тогда смогу. А наши вещи я смогу... А, да, у меня 4 кристалла. Надо будет, значит, подождать. Этого, как там его? И что еще можно? Все, больше я здесь ничего не могу сделать. Как его там? Торговцы. Здесь истинник я сделаю. Вот так. И возможно, может быть, сварить вот этих двоих. Накормить. Опечален стал биография. Что у тебя там в биографии? Марк, 1.9, моя история. Мой отец сказал мне, что я должен выбрать одно счастливое... А, это мы уже читали. Нет, это мы все читали. Я не понял, почему у него биография, значит, висела. Ну, висела. И хорошо. Так, нет, не могу. Плохо спал, все эти дела. А кто нормально спал? Легко ранен, устал. Устал, опечален, голоден. Ладно, мы тогда сейчас, я думал, кто-то пришел, тогда пока посидим до 12, вроде как 12 приходит, если вообще придет, я как раз хотел бы обменять себе на запчасти, доски, надо много досок, запчастей, компонентов, пока ждем, жаль, что тут нельзя ускорить время, а именно сразу перемотать. Ну, значит так. Значит, будем ждать здесь. Я вроде все уже откопал. Хотя нет, подождите, у меня же есть лом. А что я тогда? Стоп, иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Вот тут, по-моему, что-то могу взломать, да? И где? Я точно помню, что где-то что-то было. Так, с каждым днем все хуже и хуже. Голоден и печален. Иди, присядь тогда. Так, это ты закрыл, это все, это... Стоп, а я... Я все, что ли, пооткрывал? На улице не был или был? Давайте нажмем на... А на улице нельзя, здесь не кликабельно. Думал, может быть, на улице можно. Ну, тогда иди, сходи сюда, вот этот шкаф вроде как не открыт. Уже час, и никого нет, значит, наверное, в следующий день кто-то придет. Ну, ладно, я сбегаю, заодно посмотрю. Или мне надо... Я, в общем, не знаю, иди спи. У тебя голоден. Все, завершить день, уже 12 прошло. Никого не было. Так, ты. Легко ранен охранять. А нет, давайте, пусть он спит в кровати. Ты добываешь, ты охраняешь. Немного еды, огромное количество оружия. Это мне не надо. Аэропорт, опасность. Тихий дом тоже. Я тут все выгреб, пока сюда не могу. Бои идут. Аэропорт. Много еды, огромное количество материалов, немного лекарств, много запчастей, опасность. Давно улетел последний самолет. Теперь воздушное пространство над... Погорением.
закрыты для гражданских самолетов. Нарушители сбивают. В диспетчерском пункте постоянно дежурит военный. Так, а идти ли мне или не идти за военными, я вот не знаю. Давайте схожу приготовить. Я возьму с собой, конечно же, лом. Я возьму с собой, конечно же... Конечно же, один нож. И возьму с собой, конечно же, пистолет может взять или ружье. Я просто не знаю, что лучше. Для коротких дистанций мощное оружие. Видите, на котором выходить. Давайте возьму пистолет и 5 патронов. Надеюсь, мне хватит. Давайте 6 возьму. Все, добывать. Посмотрим, как пройдет против военных. Я постараюсь как-нибудь инкогнито пролезть. С военными я, конечно же, не хочу воевать. Но... я вниз не могу спуститься сюда. Так, вроде пока никого нету. Я здесь где-нибудь сделаю себе схрон. Это не здесь. И пока пойду потихоньку. Здесь нам придется быть осторожней. Вниз. Вниз могу, да, вниз могу. Так, давай по-тихому. Что ж ты так? Пока раскопаю. Пока военных я здесь не вижу, не слышу, но... я бы хотел бы военного шлепнуть. У него там есть бронежилет и наверняка какой-нибудь автомат. Да, жаль, что у меня лопаты нет, но ничего, мне надо, значит, кучу всего набрать. Мне нужны доски, компоненты. В общем, много чего надо. Я хочу лопнуть плиту, чтобы у меня... меньше расходовались расходники на приготовление пищи. Сейчас посмотрим, что у меня здесь будет. Здесь ли я смогу пройти, надо будет потом здесь еще понизу пройти. Но аэропорт довольно большой, большой, кстати. А в самолет можно будет заходить? О, да большая карта, большая. Если здесь еще можно будет бродить. В самом самолете это очень много. Надо облутать, надо будет поаккуратнее. Уже четверть прошла от времени, которое мне было положено здесь находиться. Но я уже все здесь раскопал. Вроде как здесь нет, давайте я попробую пробежаться, да. Здесь вроде как никого. Взять все. Посмотрим. А здесь навряд ли кто-то будет. По одной простой причине, что я здесь уже нашумел, набегал. Хотя неизвестно. Ну, тут хорошо, так. Взять все хорошо, прям шикарно. Пока что все шикарно. Отлично. Сейчас эту дверь вскроем, посмотрим. Так. Здесь вроде бы ничего нет. Здесь тоже, сюда не могу. Давай сюда тогда забегай. Сейчас опять в схрон все положим. Я уже половину времени прогулял. Я, если что, оставлю, наверное, здесь. Здесь все, наверное. Хотя не знаю. Опа, кто-то там есть. Может быть мышь, а может быть военный. Давайте заглянем. Так, я пока не вижу. Я не знаю пока, кто это. Может быть, просто военный стоит, охраняет. А может и мышь. Здесь дальше я пока не пойду, а здесь, может быть, и нельзя. Давайте я вернусь назад. Мне надо как-то вот это место прочекать. Могу ли я?
А я подняться не могу? Да ты серьезно? То есть я там не могу подняться, это жесть какая-то. Так, давайте сейчас все выложу. Я здесь тогда оставлю. Оставлю лом. И оставлю нож. Оружие брать не буду. Ты сюда можешь? Это, наверное, мышь. Нет, человек. Человек. Открыть дверь. Ты кто такой? Давайте мы спросим, что он хочет. Ой. Он мирный. Чуть не обделался со страх. Ну ладно, пусть он пока нам рассказывает. Слышал о нелегальных перевозчиках? Нет, я ни о чем не слышал. Раскапывать. Давайте, наверное, раскопаю, или я вон там смогу пролезть. У меня нету лопаты, в любом случае, надо мне забрать все вещи. Сюда я пока не могу пройти, это мне через тот, через верх. Ну ладно, пока мне пистолет не нужен, я его в следующей вылазке с собой брать не буду. Я с собой возьму вот это, лом тоже оставлю. Запчастей мне надо много. Вот этих целый стак и дерево. Стак у меня. Все, отлично, выйти. И бежать к выходу. Неплохо мы так зашли. Довольно хорошее место. Хорошее, мне прям понравилось много всего. День 11. Угу, сегодня у меня очень хороший улов. Смотрите, что я принес. На нас напали. Чтобы отбить атаку, 3 патрона. Марко занимался, никто из нас не был ранен. Это самое лучшее. Очень голоден. Так, поварешка. Поварешка, голоден, устал. Давай ты сбегаешь сюда, пока ты иди спать. Ты очень голоден. Приходит в себя. Так, да, я могу апнуть. Пусть пока апает. Мне нужна плита усовершенствованная. Я всего 11 дней, да, уже выживаю. Это получается 10 ночей. Мы как раз по 3 ночи играем. Очень голоден, легко ранен. Ты очень голоден, в депрессии. А, он еще и в депрессии. А почему он в депрессии? Я не понял. Так, а у меня сколько есть? Я могу... 4, 6... О, 6 блюд сделаю. Отлично. Сделал... А, еще не сделал, только делаю 6 блюд. Это хорошо. Есть чем заняться. Прям для меня это хорошо. Пока никто ко мне не приходит, торговать никто не хочет, никто ничего не клянчит. Биография. Пока все... Стоп, горело что ли? Нет, пока все пусто. Давай, повар, готовь. Ты какой-то не повар. Хороший повар. Видишь, ты хороший повар. Так себе повар. Хорошо, все, иди забери, ты очень голоден, легко ранен, иди ешь. В депрессии, с ним, наверное, надо будет поговорить, либо его напоить. Я еще хочу скрафтить себе гитару. В депрессии это плохо. Итак, да, сделать... Голоден, устал. Ты легко ранен. Пока посиди. Не-не-не, стой. Давай ты с ним поговоришь. Потом он пойдет покушает. Да-да-да, пусть пока разговаривают. А, докторенка. Я хотел бы посмотреть... Пилку не буду пока делать. Вот здесь, что я могу сделать?
Капнуть точно я не могу. Я тут общается. Пусть пока общается. Хорошо, так, что я тут могу? Радио, да? Радио мне пока не нужно. Я бы хотел сделать гитару. У меня нет дерева, я все дерево потратил здесь. Пилку одну, две. Стоп, а у меня каски нету, да? Четыре. Четыре пилки. Да, давайте я сделаю четыре пилки, буду с собой их брать. Если что, оставлять, чтобы не бегать по сто раз. Все, отлично. Вроде как хорошо, мне надо дерево. Где торговец? Торговец-то не так нужен сейчас, у меня много чего скопилось. Для тебя. Ну вы что там так долго-то разговариваете? Уже хорош заканчивать. Поварёшка уже бедный все накрафтил, все сделал. А вы все общаетесь. Да, поварёшка там старается, эти все общаются. Но с одной стороны, может быть, это хорошо, легко ранен разговаривает, в депрессии разговаривает. Почему у него депрессия, я не знаю. Что я еще могу? Для апа вот этого мне надо. Ну как много всего. А для апа вот этого. Ну это уж как много всего. Мне еще нужна будет печка. Что мне надо на печку? Да не так много вроде как. Ладно, устал, иди ложись спать. Ты опечален. Устал спать. Ты легко... Стоп, нет. Ты очень голоден, иди поешь. Ты пока присядь. Надо его положить, еще будет спать. Вот этого. Прям на сталкера похож. Не именно на картинке, а вот когда он бегает. В капюшоне. Мне нужно выспаться после ночи. Сейчас выспишься, не боись. Вот бы добавки. Какой добавки тебе? Ты опечален нормально, хотя может быть и надо. У меня кровотечение, но не опасное. Бинт последний здесь. Возьми. И потом ляжешь спать. Отлично. Опечален добывать. Ты охранять. Ты спать в кровати. Легко ранен. В аэропорт. Правильно? Да. Итак, мне надо взять пилки. Ну и все, и там у меня вроде как и нож есть, да? Один. Добывать. Один нож есть, оружие я с собой не брал. Я надеюсь, военных не будет, но... По крайней мере, мною обнаружено их не было. Так, смотрим тогда. Пилки, лом. И нож. Сразу, все. Бежим сюда. На самый верх я не могу. Здесь этот старик. Я уже тебя встречал. На войне самые страшные другие. Говорит нам старик. Понизу вроде я уже пробегал. Здесь наверх смогу, не смогу залезть, не знаю. Но пока никаких военных не видно. Лопату крафтить недорого. Здесь вроде что-то есть. Но военных нету, я не понял, что за опасность такая была. Вроде как писали, что здесь военные. Пока ни одного не обнаружено, но у меня есть нож. Я смогу отбиться, если что. Это если что. Сейчас пока откапывают, да. Немного, и четверть часа пройдет, по крайней мере четверть вот этого круга, который мне дан, чтобы здесь все обыскать. Но я смогу просто пробежаться, потому что не вижу никакой опасности перед собой. Хотя может быть и есть наверху, но я как-нибудь попытаюсь по стелсу убить военного одного, завладеть его оружием, бронежилетом, каской, и буду Рэмбо. А еще патроны.
Да, было бы неплохо. Может быть, они дальше. Взять все. Так, а там все горит. Сюда я не могу. Сюда ты можешь? Да, он сюда может зайти. Давай сюда, сюда, сюда. Так, отлично. Пока никаких шумов, ничего такого подозрительного. Взять все. До конца пробегусь, сразу с этого края все соберу. Самолет. Самолет, наверное, я тоже не смогу зайти. Мне надо и дерево, мне надо и все. Мне надо сейчас много дерева. Заколотить дыры у себя в доме. Беги сюда. Давай сюда как-нибудь. Ага, он решил через низ пойти. Но я что-то пока не вижу, что надо взломать, что-то еще такое. Мы пока что это все складываем. Нож, наверное, мне пока что не пригодится. Дайте-ка я здесь посмотрю. Я могу здесь по лестнице куда-либо зайти. Наверх, наверх не могу. Все, спускайся, погнали тогда. Сюда. Здесь мне надо будет... Вот, а, и здесь я все собрал, давай обратно. Сейчас посмотрим, что здесь. Да вроде бы ничего такого. Я не слышу ни военных, хотя мне надо быть, наверное, аккуратнее. Здесь завал. У меня в любом случае... О-о-о! Спирт, алкоголь. Сюда наверх я не могу. Но пока военных нету. Пока военных нету. Сейчас быстренько разгребу эту кучу. На самый верх я тоже, наверное, не могу. Где-нибудь, может быть, здесь смогу. Здесь все завалено, сломано. Не может здесь? Нет, не мог вроде как. Ну, вроде как я здесь все обыскал. Больше здесь... А сюда я зайти не смогу, чтобы наверх закрыть. Пока, да, наверное, не смогу, так как здесь нет прохода, но, может быть, где-то здесь. Надо смотреть. Надеюсь, успеет он. Все откопать. Чуть больше половины уже откопано. 2 часа 30 минут. Да. Долго копать, конечно, без лопаты. Но на лопату мне тратить расходники неохота, потому что слишком много расходников уйдет у меня на другое дело. Это для заколачивания отверстий в стенах. И надо будет печку. Все-таки печка нужна. Скоро зима должна быть. Ну, я не знаю, должна быть или нет. Я не знаю, по какому сюжету игра все время... моделирует ситуации. Должна быть здесь зима, не должна быть. Наверх я не могу. Вниз тоже не могу. Здесь тоже, да? Ну-ка иди сюда. И туда не могу. А куда я могу? Здесь не могу. О, это мне надо самому нажимать. Значит, получается так. Зря я с собой брал пилки всякие. Да, пилки я зря с собой брал. Но мне придется это все забрать. Еду пока что оставлю. Вот, наберу вот этих. Стоп, мне надо мой нож забрать. Ну и все, и вот так вот. На следующий день сюда схожу. Все, бежим, бежим. Времени осталось совсем немного. И да, я успеваю на последних секундах. Отлично. Просто отлично. Прям хорошо. День 12. Что он? На нас никто тут не напал, никто ничего не сделал. Привет, посмотреть на все эти вещи. Вот каждую ночь бы так. Угу, голоден и печально устал. Давай ты тогда спать. Ты ранен, приходит в себя. Ты охраняешь очень голоден, а печально устал. Иди поешь, биография твоя.
Бруно, так хочется, убил бы за банку тушенки. Да это мы уже в курсе. Ты просто легко ранен. И бинт ты не использовал. Ты опечален устал. Голоден. Поговорить я с тобой не могу. Здесь биографии нет, нет, нет. Отлично. Тогда что? Давайте посмотрим, что я могу здесь сделать. Заколотить я не могу. Но могу сделать печь. А мне нужна печка? Да. Давайте я сделаю печку. Печь я поставлю. Где я могу ее поставить? Вот здесь прям. Да, пусть здесь стоит, меня это устроит более чем. Или вот здесь. Нет, здесь не... Вот здесь могу поставить. Меня это устроит? Я думаю, вполне меня это устроит. Да, а стоп. А улучшить могу? Нет, мне не хватает. Может быть, подождать, пока улучшить, потому что мне надо будет еще построить апгрейд для печки, чтобы она меньше ела топливо, потребляла. Как-то так. Голоден устал. Голоден и печален устал. Что ж, мне ждать получается надо... А что здесь я? Нет, давай ты ляжешь обратно. Что здесь я могу скрафтить? Топопилку, лом, лопата. Ну, лопата мне сейчас не нужна, из этих у меня нет ничего. Выйти. Значит, остается только ждать до 12. Я очень хочу построить себе вот это вот апнуть. Построить печку. Пока 18 градусов, но неизвестно, там зима будет, не будет, и заколотить отверстие в стенах. Вот это, наверное, вот это. И на дверь, наверное. Я просто не знаю, сколько тут отверстий, и вот это еще. Как они тут считаются, ну тут заколочено у меня. Ну и все, в принципе. Вроде как все. Так, 12, давайте подождем до часу, наверное. Я как-то могу? Нет, не могу. Ага, вот, иди сюда. Быстро, мы тебя ждали, кто-то за дверью. Мало времени у него. Итак, что ты нам принес? Меня интересует вот это. Прям целый стак. Точнее, все. Я отдам тебе. Очень щедро, да? Ну тогда мы заберем у тебя один кристалл и дадим медведя. Отлично, мы договоримся. Хорошо. Дальше. Подкинь мне, пожалуйста, дерево за медведя. Еще медведя. Это мы ему даймонд дадим. Медведя, значит, надо, да? У меня еще 2 даймонда. Договорились. Теперь иди сюда. Мне надо от тебя. И патроны еще нужны. Вот так. Я не знаю, патроны мне давайте заберем, так как с патронами я их не могу крафтить. Мне их надо как-то добывать. А я дам тебе вот так чистый спир. Так не пойдет, давайте больше. Отлично, мы договоримся. Что такое? Ингредиенты, они мне не нужны, я пока ничего не могу крафтить. Вроде все, может тушенки взять. Ай, ладно, все, договорились. Все, давай, удачи. Иди-ка сюда. Пора идти. Иди. Опечален, голоден, слегка ранен, голоден, опечален, устал. Опечален. Так,
Да, универсальный верстак. Сделать. Пусть он его апгрейдит. Значит, в 10 с чем-то, что ли, он пришел, я уже не помню. Все, ты уже отоспался. Может быть, тебе консерву съесть? Давай ты одну консерву съешь, и ты тоже, потому что они опечалены, чтобы печаль сбить. Может быть, их надо накормить до полного состояния. Что я теперь? Вот, хорошо, мне надо будет вот эту потом сделать. Так, сейчас он покушает, пойдет спать, поварёха. Все, поварёха, иди спать. Сейчас покушай и спать. Ты наеденный, да? Опечален только. Хорошо. Устал, опечален. Все, спать. Тут. Я не сюда. Тут крафтить. Печь мне надо. Давайте-ка я сначала печь сделаю. А, дверь я пока не могу. Печь. Сделать. Размещу вот здесь. Разместить. И надо будет ее потом улучшить. И сейчас посмотрю, смогу ли я скрафтить для нее улучшение. Если смогу, это будет круто. Если не смогу, то надо будет добавить здесь компоненты на той карте, на которой в аэропорту. И посмотреть, что будет из этого. Я вроде все инструменты оттуда забрал. Мне осталось только вынести там самое необходимое. По идее, у меня пока нормально, поэтому еду, если что, там оставлю. Да. Отлично. Апнуть. Мне надо сделать терморегулятор и набрать компоненты. Беги сюда, сейчас посмотрим. Терморегулятор. Из чего у нас крафтится, если у нас эти компоненты. Из крафта. Оставим его на складе. Да, терморегулятор есть. Один. Отлично. Мне прям везет, я хорошо поторговался с торговцем. И все хорошо пока получается. Сейчас быстренько сделает. А хотя давайте сразу завершить день. Он там докрафтит. Я пойду. Огромное количество еды, немного материалов. Да, все, я. Тогда стоп. Ты добывать. Легко ранен, да сколько тебя охранять надо, чтобы это вылечиться. Все, я ничего с собой не буду брать, надеюсь, никакой подставы не будет. Потому что написано опасность. Что за опасность, я не знаю. Откуда она там? Для меня это загадка. Взять все, у меня все вообще уместилось, по идее. Если это много еды, ну я не знаю, давайте я вниз пробегусь. Здесь тоже ничего нет. Здесь тоже ничего. Сюда я зайти не могу. Так же как и там. Значит, бежать к выходу. Я здесь все обобрал до нитки. Да. И надо будет ждать уже следующий день. Посмотреть, может быть, все-таки смогу. Что у меня там? А, не, у меня тут нет. У меня только одни деревяки. Наверное, не смогу я улучшить свою печечку в этот раз. Но ничего страшного. Ничего страшного. Надо будет потом уже подумать, куда пойти. И подсобрать себе запчастей. Что ж, а на этом данное видео подошло к концу. С вами, как всегда, был Вузи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.